Объектом сегодняшнего обзора стала быстро развивающая и интересная платформа под названием Libra. Libra – это платформа на основе блокчейн, целью которой является решение возникших проблем и улучшение бизнеса электронной коммерции. Основной уклон деятельности проекта сфокусирован на предприятия, которым необходима своевременная помощь и стабильное развитие. Вместе с Libra любое начинание может обзавестись инвесторами и начать получать доход, а все пользователи смогут совершать быстрые транзакции в специально созданной безопасной среде. Главными инструментами платформы станет монета Libra и одноименный кошелек. Скажу пару слов и о токене Libra Coin. Данный токен представляет собой надежную и стабильную валюту, которая является незаменимым средством во всей экосистеме. Получить ее можно разными способами, но именно сейчас у нас есть возможность получить ее по сниженной цене, о которой я расскажу чуть позже. Libra – начинающий игрок на большом крипторынке, но именно это дает ему возможность привнести в него новые решения для насущных проблем. Проект идеально подойдет для предприятий, которые еще не обзавелись инвесторами и имеют ощутимо низкую комиссию, даже по сравнению с его аналогами. Проект уже приняли на международном уровне, а их стратегии получения дохода можно считать лучшей возможностью на данный момент. Низкая комиссия дает возможность снизить стоимость самого продукта и услуги, что безусловно на руку каждому пользователю. Проект работает прозрачно и надежно, в духе современных криптогигантов. Команда Libra рада объявить о запуске нового аирдропа, связанного с размещением на глобальной бирже. Проект выходит на новый уровень и уже 20 июля собирается провести листинг на бирже. Чтобы поучаствовать в аирдроп, достаточно перейти по специальной ссылке и выполнить простые задачи. Ссылку вы можете найти в описании под видео. За выполнение обязательных заданий вознаграждение составит 30 LC. Но также вы можете получить еще 20 LC, выполняя дополнительные задания. Задания весьма простые, и каждый справится с ними. Не забудьте заполнить специальную форму после выполнения всех заданий. Подробнее об условиях проведения airdrop вы сможете прочитать, перейдя по указанной ссылке. Будьте внимательны. Чтобы получить вознаграждение, вам необходимо создать учетную запись в Libra Ecosystem в период проведения акции с 1 по 18 июля. В отличие от других компаний, Libra стремится поддерживать каждую часть бизнес-модели электронной коммерции. Она создает надежную среду для взаимодействия продавцов и пользователей. Руководствуясь простотой и оптимизацией, проекту удается добиться большего результата при минимально возможных затратах. Libra внимательно следит за своими социальными сетями и постоянно развивает их. Огромное внимание уделяется Facebook, где вы можете узнать все последние новости о проекте и о криптовалютном мире в целом. Также здесь размещена и новость о проводимом airdrop, так что пользователи данной сети уже давно в курсе об этом уникальном предложении. Можно много говорить о преимуществах данного проекта, но достаточно взглянуть на их дорожную карту, как сразу приходит понимание продуманной стратегии Libra. Проект медленными, но уверенными шагами идет к поставленной цели. Все планы проекта зафиксированы вплоть до конца 2022 года. Уже в конце этого года мы станем свидетелями запуска собственного кошелька Libra и уникального способа оплаты с помощью QR-кода. Следующий год принесет нам запуск интернет-магазина и множество других интересных функций и возможностей. Если вас заинтересовал данный проект, то вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя на их официальный сайт, ссылка на который находится в описании под видео.